Представьте себе ураганный ветер, северный и северо-западный ветер. Ураганный – это значит выше уже 12-бального шторма. То, что называется максимальный у нас шторм – 12 баллов. А это было уже выше. Это была скорость ветра свыше 28 метров в секунду. И при этом 20-градусный мороз. Это было что-то страшное. Брызги, которые срывались, падали на судно, моментально превращались в лед. Суда на глазах становились ледяными дворцами. Мой муж Анатолий Федорович, правильно, это Фридрихович Шляк, работал в то время старшим инженером отдела добычи БТФ. УТФ тогда называлось. Да, еще не переименовали, по-моему. Вот. И он каждое утро в 8 часов ходил на работу, убегал. Капитанский час. Были переговоры со всеми судами. И вот в этот день не вышли суда на связь. Не сбить лед, значит, судно потеряет плавучесть. Потеряет устойчивость и погибнет. Что и прошло, произошло с этими, предположительно, конечно, тремя нашими судами, Севск, Себеж, Нахичевань. Ну, утром где-то часов 8, наверное, в эфир вышел Панфилов Геннадий Львович, на уровне капитаном был. Ну и сказал, вижу судно перевернуто, там два человека. Вот. И тут как раз капитанский час начался, и у нас тоже два судна на связь не вышли. Шторм такой, высота волны 6-7 метров, и даст ей. Ну и вот мы были, я получается, был... через судно спокойно? Конечно! Там. Я был на Нерчинске. Начали брать кутец камбалы. 90 центнеров камбалы, там под самый блок кутец. И лагом положила нас. Волна одна попала в трюм. Вторая волна нас ложит. И закусила на турачке, это жильцо закусило, трос. И к нам уже подскочил этот Найнай, капитаном был Рагуля. Уже начали концы бросать нам, чтобы поддержать. Но потом кое-как опустили, и судно стало на место. А то крен был больше 45 градусов. Еще бы чуть-чуть, и тоже могли бы перевернуться. Нахичевань, скорее всего, еще могла пострадать от того, что когда начался шторм, они должны были спуститься на юг залива, Бристоля, залива Бристоль, где ожидались подходы косяков камбалы. Обычно вот декабрь, январь, иногда часть февраля работали в северной части на сельде, а затем переходили южнее на камбалу. Вот он туда и пошел. Тем более, что работал он тогда в основном на Хичевань как поисковик, поскольку старенький был пароход. Значит, он шел на попутной волне, на попутном ветре. Но дело в том, что ветер-то был ураганный, волна была сумасшедшая. А положение, когда тебя догоняет волна, и получается, создается момент, когда скорость судна и скорость движения воды одинаковые. Судно получает так называемую неопределенную устойчивость. То есть его пальцем вроде того толкни, и оно перевернется. А чем рисковали? Ну, судно обмерзло все. Топливо там в те времена дефицит был, воды тоже. Ну, никакой устойчивости не было. И это все обмерзло, и глыба льда просто. Буквально где-то за полчаса ванты с мачтой сравнялись, и ничего не видно. И все это. Ну, спасло то, что в лед заходили, откалывались. А так бы все там остались. Вот. Что произошло, очевидно? Скорее всего, то, что произошло с приморским траулером Бокситогорск. Дело в том, что с него был спасен единственный человек из этих судов.
боцман. Спас его наш сахалинский траулер Уруб. Капитаном там был Геннадий Панфилов. Дело в том, что по рассказам этого человека, они успели войти на северо-западную часть залива Бристоль, там был лед. Входишь в лед, брызги прекращаются, покачивает, но это ерунда, да и тем более лед качку волны сглаживает. Но его или по, может быть, по недогляду, или почему-то его вынесло изо льда. И когда он начал разворачиваться, положил руля на борт для того, чтобы войти снова в лед, он опрокинулся. Три человека, которые, это дело было ночью, три человека, которые были, так сказать, на ногах и наверху, успели выскочить наружу. Судно перевернулось, но не утонуло, потому что запах воздуха-то был, и киль его торчал над водой. Когда подошел туда Уруб, а его относило моментально, шторм-то продолжался, очень трудно было маневрировать, то два человека сидели на киле, один плавал около судна. На их глазах он погиб, этот третий. Двое остались. Первым заходом Урупу удалось подать бросательный на киль Бокситогорска. Один из этих людей схватился за бросательный конец. Ну, что такое бросательный, вы, наверное, знаете. Когда вот подают швартовы, на конце грузило такое, бросают, а потом уже привязывают швартовы. Вот. Он схватился и прыгнул в воду. Начали его подтягивать, он выпустил. Вот оно. Третий дождался, когда снова подойдет судно, снова подали бросательный. Он обмотал бросательный вокруг рук и прыгнул в воду. Его вытащили. Это был боцман Бокситогорска. Вот он и рассказал, как получился, что во время поворота его перекинуло. Ну, кстати, что значит судьба? На следующий год он погиб в море, этот боцман. Упал за борт. Я здесь знал на Себеже начальника радиостанции Гиль Юрий Павлович, мой однокашник. То есть однокашник как назвать? Вместе заканчивали Углегорскую мореходную школу. Я знаю, вот здесь один утонул, у меня работал третьим механиком, а потом ушел в базу. Он хороший парень еще был. Первый рейс он сделал, встретились. Он мне говорит, еще один рейс сделаю, заработаю много денег, поеду в Ростов, куплю машину, буду ездить. Но, к сожалению, это не случилось, да? Да, и уехал еще. А боцман у меня один работал, Кравчук. Он тоже хотел очень. Жена его уговаривала, давай. Я не отпустил. А потом, когда они утонули, она прибежала ко мне, говорит, спасибо, что вы... Не пустили его, а то бы я погиб. Вот пришел попрощаться. Очень хорошие люди. Пришли первые пароходы, это они были под номерами 644, потом имя было, дали ему Наяхан, 666 Нахичеван, 665 я уже забыл, 4. И вот я самый первый принимал тут базе Тралового флота его. Вторым, потом старшим механиком. Я работал тогда в Корсакове, в управлении Кенинского рыболовства. Тогда приехал по делам сюда, в Невельск, и как раз в этот день произошла трагедия. Я помню массу людей в автобусе, плачущих людей, рыдающих. Потом был мороз страшный в этот день, как раз в 30-е. В 1965 году, 19 января. Потом пришло соболезнование от этого ЦК КПСС и правительства по поводу этой трагедии.
Но потом дальше события развивались так, как обычно. Ну, как разговоры по городу сплошные, непрерывные, в таком вот духе. И так до тех пор, пока памятник не построили. Когда построили памятник, тогда началось это шествие сюда. Финансовая поддержка, которая была оказана администрации Сахалинской области и муниципальным образованием. Хотел бы слова благодарности сказать тем гражданам Невельского района и те, которые живут уже за пределами, которые прислали нам деньги в виде пожертвований на строительство этого мемориала.